Вот, друзья, смотрите. Вот очередное амброзийное поле амброзии находится в Ставрополе. Мэрия города не работает, а деньги выделяются на борьбу с амброзией. Вот этот второй участок я делаю, первый я делал на той стороне, второй на этой стороне. Рогожникова 19/6. Информация была передана мэрии города, те сказали, принято в работу. Работы нету. 19/6 Рогожникова. Вот оно. Вот она амброзия. Вот это поле, все в амброзии. Вот оно, все поле. Вот это все поле. Вот это все амброзия. Рогожникова 19/5. Это Рогожникова 19/6. Значит, а? Снимаем? Вы кто будете? А, вы с этого, да? Я снимаю амброзию. Город никаких не принимает работ. Вот амброзия. Второе поле амброзийное. С аллергией никто не борется в городе. Вот я снимаю. Вас это устраивает? А? Или не устраивает? Ушел. Вот, значит, администрация города не занимается борьбой с амброзией. 1 сентября 2023 года. Не знаю, кто поинтересовался, пошел дальше. Наверное, кто-то из чиновников. Значит, вы приняли, да, второе поле? Информация была передана. Работы нету. Крокодил Ставрополя.